Так, доброе утречко, Лёха. Ну и где мы опять сегодня? О, дома проснулись, мои любимые вязаные обои. Так, а это что там такое вдали? И почему дорогу не доделать? Сколько времени прошло, дорогу все доделать не могут. О, привет! Эй, черный! Че, сосед? Нифига себе, у соседа дом! На воздухе, что ли, держится? Че за фигня ты? Привет! А ты чё стоишь? Ой, блин! Нифига себе! Я опять тараканом стал, что ли? Чё ж такое-то постоянное, непонятное? Чё-то стоит, своими делами каким-то занимается. Наверное, за смотрящего. Просто смотрит. Чтоб ничего плохого не произошло. Здорово, кепка! У тебя крутая кепка, слушай. Так, выход. Нифига себе! Это что за дверь такая? Ты там что хранишь? Сейф, что ли, твой? О! Я ключ нашел какой-то. Отлично, есть ключ. Сосед стоит? Ну, хочет стоять, пусть стоит. Я его, в принципе, не вижу, блин. Смотри, чувак, у меня ключ есть. Видишь, я зашел. А это что за штука? Что вообще здесь происходит? Так, еще ключ. Это ключей набросали. Да такое чувство, что я вообще непонятно, что беру и непонятно, куда и зачем прохожу. Так, все, ладно, пойдем дальше. Посмотрим, что у нас здесь есть еще. Так, а наш парень куда делся? Опа, а ты что прыгаешь? Я думал, ты вообще манекен какой-то. Оп, поаккуратнее надо. Мне не нравится, когда люди такие. Хотя, в принципе, красивый с утра встал. Давай вместе попрыгаем. Что еще можешь? Давай. Ну, давай, прыгай, давай синхронно. Че, синхронное плавание ни разу не смотрел? Походу нет. Ну ладно. Не смотрел, так не смотрел. Больно хотелось-то. Так. Blue key. Yellow key. Точно, у меня есть yellow key. Отлично, все, зашли. Опять этот класс. Да почему я постоянно какой-то сон видоизмененный снится? В разных местах появляюсь. Так, красный ключ. Отлично, есть красный ключ. Так, сюда мы не пойдем, все равно никуда не пройдем. А здесь пока погуляем немножечко. Так, красный ключ. Отлично, и что здесь прячут? Еще один ключ. Какие-то странные у тебя ключи, слушай. А что они так выглядят-то, непонятно. Green Key. Ну, хоть не Green Card. Хотя Green Card мне тоже бы вкатало бы. Так. Сосед, мы прыгать сегодня будем? Нет, ну давай гимнастикой немножечко позанимайся. Вот, молодец. Можешь же, когда хочешь, все-таки. А не так, что фигней какой-то страдаешь. Так, а это что такое? Цветочек растет в горшочке. А дом летает в небе. Блин, здесь аж корни у дерева. Видно вообще непонятки какие-то постоянные. А где вообще все мои соседи? Где все люди-то куда-то делись? Сосед, ты чё всех распугал? Ходил уже здесь, нормальными делами занимался. А тут фигня какая-то. Фонарик хоть есть. Так, а это чё? Чё за знак солнца? Обалдеть! Мне кажется, там кто-то что-то ломает. Надо пойти разобраться, чтобы ничего не ломали. Мне не сильно нравятся люди, которые любят ходить и что-то ломать. Опа, я что-то, кажется, снизу там что-то видел. Там что-то происходит, там кто-то ползет. А кто это ползет? Не надо ползать под домом. И куда оно делось? Просто пропало? Реально просто пропало. Ну ладно, доползалось. Так, а где парнишка-то этот? Телек же кто-то сейчас включал, что-то делал, в конце концов. О, здорово! Ты чё, как поживаешь? Пойдем со мной, у меня ключ есть. Чё, посидеть решил? Обалдеть. Нифига себе, как я умею. Да, дружище, говорю, пойдем за мной. Точнее, чё здесь бегаешь? Не надо здесь бегать. Может, тишина должна быть. Опа, чё ты разобрался? Не надо разбираться. Соберись, тряпка.
Соберись и пойдем вместе. У меня ключ есть от подвала, там куча бабок по-любому. А ты куда делся? Иди сюда, у меня ключ есть. Ты меня слышишь, нет? Зам... Так, походу все, мне какие-то галлюцинации начались, общаясь непонятно с кем. Манекен, который прыгает. И парень, которого не существует. Ну, прыгает, по крайней мере, вместе со мной. Так, Грин Кей. И что у нас здесь? Так, а дальше? Так, что, заперто, что ли? И зачем я сюда заходил? Если здесь нету нифига. Ни зайти, ни вылезти. Вообще какие-то странности здесь происходят непонятные. И зачем вот эта штука здесь стоит? Так, а я, может быть, что-то тогда не догоняю? Фигня же, как это в небесах летает, я так понимаю, я бы мог там как-то взять и оказаться, что ли. Причем ни мало, ни одна. Странности какие-то, надо пойти посмотреть. Поближе, что ли, так бинокль-то вообще работает, нет у нас сегодня. Походу, нифига не работает. Интересненько, конечно же, все. Мне кажется, что что-то здесь в моем сне не так происходит. То ли что-то недоделано, то ли что-то переделано. Это, надеюсь, не лейка такая, потому что это очень странная была бы лейка. Это мне больше какую-то здоровенную синюю бомбочку напоминает. В детстве, помню, тоже ерундой страдали всякой разной. Взрывали что-то постоянно. Да-да-да, я тоже прыгать умею, ты не забывай об этом, главное. Ты умеешь прыгать, я умею прыгать. Так что все нормально. А подвальчик все-таки у нас прикрыт. Что самое обидное причем. Так. Так, и двери тоже закрыты. Да ведь че ж везде-то все позакрывали, как они уже надоели с этим. Куда не пойдешь, закрыто, закрыто. Так откройте, блин. Ну и что это? Зачем здесь куб какой-то стоит? Зачем какие-то ящики? Не пролезть никуда, ничего. Чё за люди? Чё творится-то постоянно? Непоняточки какие-то. Выпусти меня отсюда. Я не хочу здесь находиться. И кровать куда дел? С кроватью как-то повеселее было. Да, сосед? Я смотрю, ты немногословен все-таки. Ты какой-то молчун, молчаливенький. Ты побольше бы что-нибудь слов каких-нибудь говорил. Да? Так, давай. Если ты один раз прыгаешь, то ты дурачок. А если два, то нормальный парень. Давай сейчас считать будем. Раз. И все, что ли? Ну ладно, дурачок так дурачок. Что не поделаешь-то с тобой? Тебе нравится твой дом? Один раз да, два нет. Да, тоже нравится. Тебе нравится канал Лехи Смертника? А? Ну давай, тоже нравится. Я смотрю, тебе вообще все нравится. Тебе хоть что, задавай, ты себя ну да будешь отвечать. Метод одного прыжка называется, да? И что, ты не прыгаешь? Да. Молодец, подтвердил все. Ладно, в топку тебе, пойду домой спать. Чем еще здесь заливаться, непонятно. Появился что-то непонятно где, блин, проснулся опять. Все что-то позачеркивали здесь. Нифига себе мусор накопился. Где мусорщики-то? Приедьте, заберите хоть. Воняет же уже, блин, по всему дому. Ладно, все, спать пойду. Спокойной ночи, вернее, утро. Не знаю, люблю по утрам спать. Так, ну и что сидим, кого ждем? Все за вас, что ли, делать? Так, жмем теперь на кнопочку подписаться, блин. Однозначно. Потому что вам это надо, чтобы видеть все новые ролики. Потом жмем на колокольчик. И жмем сообщать мне обо всех новостях этого канала. И не забываем, подписка на канал Лехи Смертника повышает вашу потенцию. А если вы девушка, то ваша грудь станет еще больше. Помним об этом. Так, и ты что, думал, что это все, что ли? Конечно же, нажать на лайк. Нужно всегда жать на лайки, чтобы Леха выпускал больше новых и качественных видео. Не забываем об этом. Так, и ты что, действительно думаешь, что это все, что я тебя просто вот так ты возьмешь и отделаешься? Пиши в комментах. Леха, как же ты уже залез в мое сердце со своими просьбами все-таки, блин, сказал бы я. А кто сделает репост, тому вообще отдельное вознаграждение.
Помни, что ты лучше. Ты лучший мой подписчик. А теперь сверху справа ты можешь посмотреть мое самое новое видео. Справа снизу посмотреть самое подходящее. YouTube думает, что это видео специально для тебя. Снизу слева я не знаю, там, наверное, фигня какая-то. А сверху слева, если нажмешь сюда, то ты подпишешься на мой канал. Так что действуй, брат. Помни, я всегда с тобой, а ты всегда со мной. Все. Всем пока. С вами был я, Леха Смертник.